красивый, кроссовочный. На первый взгляд, ничем не вызывающие подозрения кроссовки. Эту парочку задержали на границе. Алтайская таможня конфисковала обувь из-за нарушения таможенных правил. И еще сотни пар изъяла из торгового оборота при контроле внутреннего рынка. Ведомство собрало 905 пар преступной обуви. И в этот раз добилось того, чтобы обувь пустили на доброе дело. После решения суда о признании данной партии обуви бесхозяйной и обращения ее в федеральную собственность, а также получения соответствующих экспертиз, подтверждающих безопасность и качество товаров, руководством Федеральной таможенной службы России было принято решение о передаче этой обуви на сумму более 1 миллиона 460 тысяч рублей в социальное учреждение. Удача улыбнулась комплексному центру в Локтевском районе. Таможенники заверяют, экспертиза подтвердила безопасность и качество сотен пар обуви. Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района Алтайского края распределит товары людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это очень своевременная помощь, потому что сейчас пора такая, дети готовятся к школе, и как раз это как раз вот самое время такое подходящее. Обувь раздадут не только тем, кто обслуживается в комплексном центре. Ее передадут в социальные учреждения всего Локтевского и соседних районов. Добавим, что таможенники ежегодно конфискуют тонны различной продукции, в том числе обуви. Но впервые арестованным босоножкам, туфлям, ботинкам дарят вторую жизнь, а их самих дарят нуждающимся. Анастасия Драган, «День с толком».